Судя по количеству человек, решивших принять участие в соревнованиях, можно с уверенностью сказать, что бокс – популярный вид спорта, который развивает силу и выносливость, а также воспитывает характер. Одним словом, бокс – это спорт для настоящих мужчин. В турнире на призы главы администрации приняло участие около 50 спортсменов с разных городов республики и Оренбургской области. Такой турнир в городе впервые. Организация соревнований участники и тренеры довольны. Ну, для первого раза неплохо. И ребята приехали, привезли с региона, с Башкирии, с Оренбургской области ребята приехали. И ребята хорошие были. Судейство прошло достойно. Бои были красивые, нормальные. Все довольны. В пятницу и субботу состоялись отборочные бои. Финальные прошли в воскресенье 6 ноября. Всего было запланировано 9 поединков в различных весовых категориях. В 6 из них были представители сборной Кумертау. Отрадно было наблюдать за активностью спортсменов. В каждом бою боксеры выкладывались на все 100%. Спортсмены, представляющие наш город, выиграли 4 финала. Так, например, фаворитом весовой категории до 69 кг считался кумертаусец Герман Навесов. Воспитанник тренера Сергея Трифутина на протяжении всех 3 раундов доминировал соперника на ринге. В итоге Герман стал победителем первого республиканского турнира по боксу на призы главы администрации городского округа город Кумертау. Соперник был у меня хороший, ну, хотелось маленько побольше, добавлял левый, правый снизу. Так нормальный бой провел. Выиграть чемпионат Башкирии я хочу в этом году. Вот и как не пробиться на Россию. Герман Навесов выступил, в общем-то, неплохо, но может выступать лучше. Просто домашние стены маленечко жмут. Турнир первый раз проводится такого масштаба. Поэтому немножко есть ответственность, какое-то волнение. Вот. Ну, бои показал неплохие, хотя может боксировать лучше. Ну, вы довольны? Ну, в принципе, да. Для первого блинчика неплохо. Ну, обычно домашние стены, наоборот, должны помогать. Ну, понимаете, когда ты выходишь и у тебя есть уже за спиной бои приличные, все равно дома выступать, говорят, стены помогают, но перед публикой ответственность другая, чтобы не в грязь лицом не упасть. Поэтому ответственность другая здесь. И для меня, как для тренера, и для него, как для ученика. Помимо Германа, победителями стали Артур Алимбаев, Владислав Ионов, Давид Мордвинов, Роман Суняев, город Кумертау, а также Данил Юсупов, город Ишимбай, Руслан Кисиков, Оренбургская область, Арсен Акулян и Глеб Степанов, город Уфа, и Руслан Киселев, город Стрельтамак. Победители-призеры были награждены медалями, дипломами и, самое главное, призами от главы администрации. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».